Вот, поэтому, значит, что я от вас хочу? У нас есть всего две красивые картинки, которыми надо пользоваться осознанно. Вот сейчас мы потренируемся. Вася мне будет предлагать программу, а я буду фыркать. Вот мне надо, чтобы Вася вот мне очень коротко, но это изложил. Так, Васечка, давай, уже к концу дела подходит. Давай, рассказываем. Спрашивай меня, буду ли я брать программу и так далее. Вот и все закончил, все мне рассказал. Завершение сделки называется этап. Давай. Наталья Сергеевна, ну, будете брать программу? Ты знаешь, Вась, мне, конечно, очень понравилось, как ты все это изложил, но я пришла к выводу, что я, как все советские и российские люди, буду держать деньги в банке, в Сбербанке. А что вам не понравилось в программе австрийской? Я не увидела для себя выгоды. А что для вас является вот выгодой? Что для меня является выгодой? Ну, для меня является выгодой, например, прибыль, проценты для меня являются выгодой. Что для всех является выгодой? Чтоб близко, под боком, пришла, сняла. А там где-то, непонятно где, какой-то Австрии. А то, что Сбербанк уже два раза кидал? Это негатив. Это ты мне не... Негатива мы клиентов не грузим. И запугивать людей не будем никогда. Ладно, тогда хорошо. Что хорошего? Тогда до свидания. Тогда до свидания. Нет, неправильно. Ну, мы говорим здесь, наверное, про проценты, нет, да? Нет. 30-70%, как было в 70-е годы. Клали люди. Нет. Цепляешься за мои слова. Какие мои слова? В Сбербанке. Что мне важна, он молодец. Сказал, а что для вас выгода? Он молодец. Значит, вы выяснил. Выгода для меня проценты. Значит, Саша, берешь эту штуку. Вася, поставь там. Саша пойдет рассказывать. Да я ее сюда пропущу. Не вопрос, мы будем таскать. Не а зачем мне эта штука? А рисовать? А вы думаете, я умею? Да, папа, да, папа художник. Ребята, все сомневаемся в папе. Ну ладно. Не, ну папа не сомневается. Да ты лучше вот произведение, Саша. Конечно. Как ты могла такое сказать? Что мы пишем, что мы рисуем? Я сказала, что для меня важна прибыль. Тогда мы рисуем треугольник. Только повыше можно? А там уже написано. Ну ладно. А нам видно все. Видно, да? А нет приличного этого? Листочка нет. Нет. Фломастера тоже. Фломастера. А фломастер где-то полугалими-то? Сказали бы мне, у меня черненький есть. Да никак. А пойди там где-то вот за столом у девчонок вот здесь есть фломастеры, небось там. Смотри, там у них зеленые какие-нибудь. Если речь идет на беседе о выгоде и процентах, нас начинают пугать проценты. Нет, нет, выгода, я бы сказала. Для меня выгода это процент. Нет, но если конкретно речь идет о процентах, мы сразу рисуем. Я бы сказала рисуем... так. Наталья Сергеевна, какая вы молодец, что вы заботитесь о том, что вы хотите на деньгах заработать деньги. Но я вам предлагаю. Банки, да. Банк – это финансовая система, где зарабатывать деньги. А я вам предлагаю сохранить деньги. А сохранить деньги... Рано, Таня, нет? Рано. Да? Я бы так, я не рисовала бы сразу. Ты молодец, но рано. А почему мы не хотим сказать о том, что в нашей программе мы и зарабатываем, и сохраняем? Почему мы так боимся говорить о том, что мы здесь накапливаем, то тоже проценты идут, и проценты идут немалые. Нет, там мало. Что у нас больше 3,5%. Нет, проценты немало. Проценты как в почему? А участие в прибыли. Почему у меня вы в Сбербанке? Почему вы о нем забываете? Так, ребята, у меня ВТБ 3,5% в долларах дают. А у меня 2 в этом. 2,5% у нас гарантия идет. И что, неужели еще 1% не гарантированных вот этих. Участие... Около 4 они оплачивают. Ну. Так, давай.
Да, человек обдували, да. Сколько процентов получил? Да, кстати, обдували 8. 7 с чем-то, да. Уже посчитал. Вот он заключил договор и получил зарплату, это уже процент. А, в смысле от того, что... То есть если ты не берешь свою зарплату, я тоже свою зарплату не беру, допустим. Угу. Вот вы считаете, сколько вы оставляете там в Австрии денег зарабатывать? Ну, условно говоря, если у человека есть другая профессия, нет, мы еще... Работает. Ребята, не путайте сразу, человек... Вообще, человек биоробот. Первый пункт, давай. А раз биоробот, значит, надо отвечать четко на его вопросы. Так на процентах, значит, остановились. Да, человек говорит. Мы заговорили о прибыли. Вот и пишем, да, вот здесь, допустим, прибыль, да? Не здесь мы пишем. А где? Галя, помогай. А тут не все равно, как написать? Не по уголкам, Саш. Тянуть ты можешь только уголок. А если ты с одной стороны процент. Вот так? Да. Здесь процент. Сверху надежность. А то кто-нибудь запишет. Сверху надежность. На уголок просто. Нет, Саш. На уголок. Я же вам давай, берегом. Вот здесь вот пишите надежность. А вот здесь вот и ликвидность. А я обычно вот так. По бокам. Нет, вот, да. И как ты это потянешь? Ну понятно, чтобы наглядно было, да? Это ж тянешь. То есть, если мы потянем за этот уголочек... Это что это за треугольник? Ага, это у нас треугольник надежности. Гарантия надежности. Где это гарантия надежности? Чего это треугольник? Сбалансированности. Равносторонний треугольник со сбалансированности прибыли, надежность и доходность, и ликвидность. Ну, надежность, ликвидность и доходность. Как это вместе назвать одним словом? Ну, сбаланс. Треугольник баланс. Чего? Денежного баланса. Бельку подсказывай своей команде. Но я всегда рисую такой треугольник и говорю, в деньгах что важно, чтобы в балансе были, в гармонии, прибыль, надежность и ликвидность. Нет. Как он называется? Евграва, как раз вот это все и присутствует. Как называется треугольник? Как называется треугольник? Вот вы мне нарисовали. Вася, у меня почему гарантия? Равносторонний треугольник. Почему гарантия? Он никаких не гарантий. Если по гарантии. Нет. Ни карьеры, ни успеха. Треугольник, я бы сказала, равносторонний треугольник по геометрии. А мы разве это определили? Ну, а мы еще термин такого не знаем. Да ладно, говорим. Да. Что мы не знаем? Так, вот. Вася, сейчас удивимся, когда услышим. А это следующий наш сегодня очень важный момент. Удивление. Наше слушание. Да. Треугольник денежного баланса. Треугольник. Как просто называется? Оль, помогай. Я слушаю, пока. Беликовская команда сегодня это, вся в этом. В расслабухе. Я ни разу не слышала. Как здесь это называется? Название про треугольник. Ни разу не слышала. Нет, ну такой треугольник, Татьяна Ивановна, мы же рисуем. Ну рисуем, но я не знаю, как он называется. Никогда название его не звучало. Да ты что? Да так. Тань, послушай занятия или почитай? Ну почитаю, но никогда не звучало. Бор, и ты не помнишь. У меня есть, он везде нарисован, но нигде нет названия его. Честно слово, я его не обзываю никак. Это называется очень просто. Это называется треугольник инвестиций. Нигде этого инвестиции? Не было. Нет, треугольник инвестиций. Нет, Галя, то это называется золотое сечение. Значит, это треугольник инвестиций. А давайте сегодня все треугольники повторим, чтобы мы не повторили. Вот у нас их два всего, сегодня мы их пришли разбирать. Это чтобы, потому что я знаю, что если бы вы их знали, уже бы у вас клиенты стояли на улице. Это у нас называется треугольник инвестиций. Значит, любая инвестиция рассматривается с точки зрения трех аспектов. Надежности. Нет. Рассматривается. Нет. С точки зрения трех аспектов. Первый аспект прибыль, вторая ликвидность и третья надежность. Не надо надежность перетаскивать на все. То есть всегда у любой инвестиции есть три аспекта. Куда бы мы ни сунулись своими вложениями, в золото положили, это не только относится
это просто инвестиция. Да? Мы можем рассматривать с точки зрения этого треугольника приобретение квартир, приобретение золота, приобретение что там еще? Недвижимости за рубежом, ценных бумаг. Мы всегда можем рассматривать с помощью этого треугольника. Значит, этот треугольник, он какой? Он равносторонний. Он абсолютно равносторонний. Вот в чем его смысл большой, что он равносторонний. То есть, если Наталью Сергеевну интересует прибыль, значит, мы тащим прибыль, но при этом уменьшаем. Здрасте. Раз он, вот у него вот эти, как из ниточек, они не растягиваются. Если ты потащила вот это сюда. А, ну, соответственно, вот это вот так. Смещение углов происходит. То сразу происходит смещение углов. Как? Он перестает быть равносторонним. Молча, потемнее. Нет, Наталья Сергеевна опять нарисовала его как равносторонний. Нет, ну ты представь зрительные части. Значит, если у него ты этот угол тянешь. Это ноль. У тебя надежность сразу это падает. Ноль. Значит, у тебя ликвидность стала не 100, а стала, например, 50. Надежность стала не 100, а там 70. И в каждом случае... Он у нас туда уехал, конечно. А эти, соответственно, поднимутся туда. Да, потому что это как из ниточек, они их не тянут. Я думала, что мы потянули, а он здесь вот сложится. Нет, котик, нет. Он может по-другому сложиться. Например, процент останется, ликвидность будет никакая. Например, вот программа есть... В европейских страховых компаниях они на 30 лет. Это что значит? Надежность классная, ликвидности никакой, деньги не отдадут. То есть ждешь 30 лет. У нас там 2 года прошло, уже хоть что-то получится. Да, там ничего не получишь. Поэтому это четко всегда мы чем-то. Вот чем-то. Израиле, золото купил. Там вкладываешь. Золото купил, да? 5 лет только можешь получить. Золото купил. Ликвидность сомнительная, но есть, можно продать, в принципе. А надежности никакой, там украдут еще что-то такое. Поэтому этот треугольник, это треугольник инвестиций. Любая инвестиция может быть рассмотрена с помощью этого треугольника. Поэтому, Васечка, ты мне должен был сказать, дорогая Наталья Сергеевна, если мы с вами дернем треугольник за инвестиции, за прибыль, согласны ли вы, ты меня спрашиваешь, потерять надежность и ликвидность. Тут-то я начинаю думать, согласна ли я потерять надежность. Нет, надежность я не хочу терять. Согласна ли я из-за 2-3% иметь возможность хотя бы 1% потерять всю сумму. Нет, я не хочу уж даже 1% рисковать всеми деньгами. Да? Соответственно, увеличивается надежность, уменьшаются проценты. Да. Вопрос а после того, только после того, как вы меня спросили, чем я согласна жертвовать, только после этого говорим замечательную арию Галины Николаевны о том, что в Граво это все сбалансировано. Вот понимаете, в чем дело? Вот мы сегодня с Галиной Николаевной ехали на машине. И вот она говорит, я хорошо, ну она хорошо водит машину, она говорит, ну мужчины вот могут этому, питерцы это называют поребрик, а у нас это называется бордюр, по бордюру подъехать вот с миллиметра, а я, говорит, не могу. Я говорю, Галя, но это называется профессионализм. Почему питерцы? Ну питер поребрик называют, слово такое, дурацкое, чудесное, извиняюсь. Вот. Ну вот, поэтому вот, понимаете, в чем профессионализм? Тот же самый набор слов, но сказать в другом порядке. То есть набор слов тот же, но просто оно должно быть, ну как, в шитье можно сказать. Как мне сказала в свое время, это Маркалини такая была в доме моды. Известная портниха. Она говорила, мне плевать, какая у вас фигура. Я сделаю такие линии, которые классические, которые должны быть. То есть она платье шила. Идешь на манекене, оно вообще все вот идеально, абсолютно. Это было что-то. А на вас? Супер.
просто. Одри Хепберн была молодость с ее помощью. Вот. Это профессионализм. Она не вот это вот. Или принесешь ей не ту молнию, она говорит, да я, чтобы испортила свою вещь вашей молнии. Идите, идите отсюда. Она мне хорошо тогда выдрессировала. Я говорю, да ладно, кто там видит молнию? Она... Вы знаете, а потом вы скажете, что это вещь от Маркалини. С таких вот. И вот так все увидят эту молнию, так идите, идите отсюда. А раньше не достанешь же ни молнию, ни пуговица была. Вот. И вот то же самое, дорогие мои, в нашем бизнесе. Что здесь гениального для развития личности? А то, что мы начинаем чувствовать слова. Чувствовать слова. Не просто вот говорим там красиво. Ты что, Наталья, так все загадочно улыбаешься? Ну что? Когда устают, то что? Сидят. А она мне так красиво улыбается все же. Она вот. Умеет скрывать. Профессионал. Вот в этом и фишка, что слова ставить на место. Вась, ты можешь открыть там окно, то есть это немножко проветрим, потому что уже как бы... Да, вот видишь. Закрыли. Уже даже я сейчас начну это спать. А, с этой открыто. Его чуть-чуть можно приоткрыть, Вась, не очень сильно. Ты как? Слушайте, а выходить не надо, можно же его толкнуть. Да, он его толкнет, сейчас Вася толкает. Вася сделает, Вася может. Хорошая реклама. Папа может помолиться, что? Вася может. Девочка обожает эту рекламу, которая сейчас идет. Останки на продукты. Папа может. Папа может. Получилось? Уже подумал. Наташ, ну-ка давай, повтори этот треугольник нам. Давай, Наташа. Давай, для закрепления. Потому что с первого раза... Остановись на том, что вот Наталья Сергеевна сказала, что вот мне нужны проценты эти. Мне нужны. Да, мне нужны. Привык. Натулечка, мне нужны проценты. Ты скажи. Давай. Ну, Наталья Сергеевна, давайте тогда посмотрим. Проценты или прибыль? Ну, в принципе, ну, прибыль. Скорее да. о процентах. Прибыль и проценты да. это одно и то же. Ну, будем так считать. Будем считать, что в народе это так. Если вам интересно инвестировать свои деньги ради процентов, то давайте посмотрим треугольник инвестиций. Нарисуем треугольник, да? Угу. 10% надежности ликвидности. Куда пишем? В уголках. Спасибо, Саша. В уголках, Саша. Да. Потянем за уголок процентов. Да, раз вам интересно, увеличиваем проценты. Увеличим проценты. Смотрите, мы тянем проценты, значит уменьшается надежность и ликвидность этих денег. Если вас это Нет, нет, как следует, не халтурь. Ну, а дальше что? Видите, ты спрашиваешь, вас устраивает? Нет. Да? Нет. Не надо устраивать. А да. если клиент говорит, что у нас надежность большая? А в нашем треугольнике, да? Нет, нет. Задайте мне вопрос сначала. А, ну это вопрос. Без вопроса все фигня. Я должна сама... Клиент слышит только себя. Мы потянули 2%, значит, надежность ликвидность упала. Вы именно это хотите? Нет. Что, меня дура считаешь? А можно даже спросить, вы потянули за процент, а что тут станет, да, с надежностью ликвидности? Пусть он сам скажет, что станет. А, ну да, можно так сделать. Он видит, что станет. Ты говоришь, при этом уменьшается надежность и ликвидность. Можно вообще сделать. Но я, честно говоря, на самом деле, конечно... Но! Если, значит, ликвидность у вас остается так, то тогда у вас падает надежность. Наталья Сергеевна, дело в том, что, вот смотрите, вот как бы три точки зафиксированы, да? Да. Три точки зафиксированы. Если мы потянем за прибыль, да. а точки зафиксированы, вот это зафиксировано, вот это падает. То есть я всегда рассматриваю только, что меняется что-то одно. Надежность. Да. Нет, а ликвидность как может поменять? Нет, что не зафиксировано? Может меняться в одном случае, если у нее, значит, с ликвидностью все хорошо, она кладет деньги там на 3 года в банк, да, то у нее может быть вот такая история. Вот именно вот такая, вот. Это в ее случае, это в ее случае. А если я, например, в золото вложила, то у меня и ликвидность хуже, иди продай его.
Это не зафиксировано.